Что такое химтрейлы и почему на Алтае верят, что нас травят с самолетов? Помните, с каким восторгом мы в детстве засматривались на пролетающие в небе самолеты, оставляющие красивый белый след? Сегодня у многих эта радость сменилась нескрываемой ненавистью. Все больше жителей Алтайского края начинают верить в теорию химтрейлов. Они убеждены, что самолеты распыляют над нами опасные для жизни химикаты. В соцсетях люди делятся фотографиями и видео воздушных следов с подписями «Аэрозоль от по полной» и «Опять пылят». Вот сегодня 13 ноября, пятница, химтрейлы над Новороссийском, утро. И вот мы видим следы в небе. Два самолета. Один оставляет след, а другой практически нет. Смотрите. Через некоторое время уже не останется следа, потому что это все осядет на наши головы. Еще на круг заходит, смотри. Сюда, сюда, на речь. Недавно этот, такое видео было где-то, знаешь, в Нижнем Новгороде, он весь город вот так вот прошел. Смотри, еще круг делает. Все это давно существующая теория заговора, которая с приходом пандемии обрела небывалую популярность. Теперь люди убеждены, что над нами распыляют коронавирус. В некоторых регионах самолеты довели жителей до того, что те проводят пикеты и штурмуют здания администрации. Рассказываем, что такое химтрейлы, с чего люди решили, что с воздушных судов нас травят, и есть ли у сторонников теории хоть какие-то доказательства. Я единственный выживший, который остался в Ростове-на-Дону. Я приезжаю в порт каждый день, в полдень, когда солнце стоит в зените. Если есть выжившие, я могу вам дать еду, предоставить убежище, обеспечить вашу безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь, отзовитесь. Вы не одиноки. Позволь мне рассказать о том, что произошло. Нас было 6 миллиардов человек на Земле, когда началось распыление химикатов. Это привело к 90% уровню смертности. Погибло 5,4 миллиардов людей, изувеченных, истекающих кровью, мертвых. Но было и меньше, чем 1% невосприимчивых. Это меньше, чем 12 миллионов здоровых людей, таких как ты и я. Оставшиеся 588 миллионов превратились в ночных охотников. А после этого они проголодались. И они убивали и съели всех. Всех. Все, кого ты или я когда-либо знали, умерли. Я единственный, кто выжил и остался в Ростове-на-Дону. Стоп. Я надеюсь, вы поняли, что вот эта прелюдия, которую вы сейчас посмотрели, это была шутка. Конечно, я сейчас очень много встречаю материалы и тех людей, которые действительно верят в теорию заговора, в то, что нас травят и именно распыляют это с самолетов. Но у меня подрастает маленькая дочка, и когда-нибудь она у меня спросит: «Папа, а что же это за белые полосы на небе?» И что тогда я ей отвечу? Давайте разберемся в этом вопросе, почему остаются белые полосы после самолета, и чем же они так опасны, эти белые полосы. Причины, по которым остаются в небе белые полосы после авиации, намного проще, чем может нам показаться. Настоящую причину появления на небе полос за самолетами знают немногие.
Но нам достаточно вспомнить простые опыты со школьных уроков физики, чтобы понять механизмы возникновения такого эффекта в небе. И легко разъяснить их своему ребенку, если он у вас когда-нибудь об этом спросит. Хорошим примером для этого может послужить природа выпадения осадков. Явление это напрямую касается круговорота воды, а его основой можно назвать переход жидкости из ледяного твердого состояния в жидкообразное под действием повышенных температур воздуха. Если уровень тепла между объектами заметно различается, то уже растопленный лед начинает трансформироваться в пар. Тем самым он становится газообразным. После перехода в это состояние вода вновь может стать жидкой. Это и называется конденсацией, которую можно наблюдать при оседании пара на крышку, закрывающую кипящую жидкость внутри кастрюли, или запотевшее зеркало и стекло ванны после использования горячего душа. Вот как раз от таких частиц, которые и попадают на другие объекты в виде конденсата, формируются видимые очертания пара. Когда газообразная вода, то есть пар, попадает в атмосферу, испаряясь из горячей воды, она смешивается с частичками воздуха, окружающей ее среды, и принимает его температуру. Именно такое физическое явление и может объяснить причину возникновения тех самых белых полос. Они представляют из себя просто пар. С помощью белых следов можно наблюдать за тем, какую траекторию в небе оставляют реактивные самолеты. И удивляться тому, что иногда никаких признаков привычных полос нет. Дело в том, что авиация, пролетающая на высоте ниже 8 километров, не оставляет после себя линий. Причина отсутствия следов кроется в разнице температур между нижними и верхними слоями атмосферы. С увеличением высоты воздух становится намного холоднее. На уровне, где летают большинство самолетов, температура опускается до минус 40 градусов по Цельсию. Причина, по которой в небе остаются белые полосы после пролетающего самолета, заключается в работе его двигателя. То есть двигатель, работающий на керосине, это двигатель внутреннего сгорания. Керосин, попадая в турбину, сгорает, нагревает ее, и уже из отработанного газа, который состоит из пара и газа, попадая в атмосферу, принимает температуру окружающего его воздуха, тем самым формируя туманные скопления. Вместе с ней из двигателя выбрасываются элементы сажи, которые провоцируют дальнейшее смешивание холодного и горячего потока воздуха. Чаще всего пара распределяется равномерно по всей области, куда попадала жидкость из двигателей. Поэтому линия практически всегда ровная и соответствует направлению движения самолета. Если уровень влажности в атмосфере слишком низкий, то оставленные следы быстро растворяются в небе. Заметить их удается с трудом. При высокой влажности наоборот. Линии выглядят четкими, насыщенными и держат свою форму намного дольше, при этом постепенно становясь шире. Белые следы остаются в небе практически от любых самолетов. Их может вызвать как гражданский, так и военный авиалайнер, вне зависимости от размеров и характеристик. Линии остаются даже после винтовой авиации, но тогда они возникают в насыщенной воздушной зоне в результате разрежения воздуха после прохождения лопасти пропеллера и его смешивания с холодной атмосферой. Иногда можно наблюдать такое явление, что, допустим, летят два самолета, но один самолет оставляет за собой след, а другой нет. Такое явление может возникнуть только в трех случаях. В первом случае это когда самолеты находятся на разной высоте. Как мной уже было сказано, следы остаются только при низкой температуре воздуха, которая отмечается на уровне не менее 8 километров. Второй случай – это большое расстояние между самолетами. Влажность в воздушном пространстве может быть разной, из-за чего у одного авиалайнера есть линии, а у другого нет. И в заключении третий случай. На самолетах могут быть установлены двигатели разного типа. Некоторые виды двигателей не оставляют после себя следов даже при высокой влажности и низкой температуре воздуха.
Большинство людей не знают, как называются эти полосы, и они дают им неправильные названия, которые, по сути, никак не относятся ни к авиации, ни к природным явлениям. Инверсионный след, которым зачастую называют линию после самолета, происходит от слова «инверсия», характеризующего переворот. В случае с полетами авиации предполагается температурный ее вариант, связанный с ростом температуры воздуха при подъеме вверх. Второе название – это реактивный след. Именно после реактивной авиации остается, в большинстве случаев остаются белые следы. Но как первое, так и второе название не совсем верные и ошибочные, хотя раньше их очень часто употребляли. Правильно назвать след конденсационным. Именно конденсация становится основной причиной появления белых полос. Если явление не может возникнуть из-за одинаковых температур и низкой влажности воздуха, то и следов от самолета не остается. В то же время инверсии вообще может и не быть. Как и могут не применяться реактивные двигатели, когда белые линии возникают. Ошибочно конденсационный след также носит название реверсивный, конверсивный или торсионный. Подобные названия не имеют никакого отношения к этому явлению, поэтому и применять их не рекомендуется. Иногда после самолета может появиться вихревой жгут. Он возникает при использовании ложных тепловых целей на военной авиации, когда пилот выпускает специальные средства, чтобы отвести от машины ракету с инфракрасной головкой самонаведения. Так как выбрасываемые ложные тепловые цели попадают в атмосферу, они смешиваются не только с основным потоком воздуха, но и с прогретой двигателем областью. Их температура намного выше, а отстреливаются они в большом количестве одновременно. Результатом применения ложных тепловых целей становится визуализация различных жгутов, из которых могут сформироваться красивые картины. Например, дымный ангел получился при выстреле ложных тепловых целей. Иногда жгуты образуются без применения специальных средств, а при смешивании с обычным белым следом тоже выдают необычные образы, которые сохраняются на одном месте частью прямой линии, что вызывает еще большее удивление. Оказывает ли какое-то вредное влияние эти белые полосы на нашу Землю, сказать очень трудно. Многие ученые уже десятилетиями спорят о том, какой вред они могут принести нашей планете или, наоборот, пользу. Одни утверждают, что из-за белых полос в небе может увеличится парниковый эффект. Другие, наоборот, предполагают то, что они защитят нашу Землю от ультрафиолетового излучения. Кто здесь прав, доподлинно нам неизвестно, потому что мы точно не знаем, какой вред или пользу, опять же, могут принести эти самые белые полосы, которые оставляют за собой самолеты. Отдельные группы исследователей призывают пилотов отказаться от прямых маршрутов и строить свой полет с учетом влажности. По их замыслу самолеты должны двигаться, избегая отдельных участков в воздушном пространстве. Но такое решение неизбежно приведет к повышению расхода топлива и усилению выброса вредных веществ от его переработки в воздух. Некоторые люди научились использовать следы в небе с пользой. С его помощью удается определить прогноз погоды на ближайшее время. Так, если полосы яркие и четкие, то влажность высокая, а значит, может начаться дождь. А при отсутствии следов стоит ожидать ясную солнечную погоду, так как вероятность осадков минимальна. Итак, давайте подведем итог. По траектории движения самолетов остается конденсационный след. Происходит это при условии, что влажность воздуха высокая, а температура низкая. Увидеть их чаще можно после авиации, пролетающей на высоте не менее 8000 метров. В других случаях подобные белые полосы считаются редкостью. На этом все. Спасибо, что смотрели видео до конца. С вами был Евгений. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч на проекте «Популярная география». Всем пока!